да, да, гля... поменяли? Они поменяли. Было тут БДСМ и такие тетки. Ну да, видишь, теперь другие плакаты. И все. Это, наверное, их последние плакаты. Хотят, чтобы здесь был гольф. Типа, для этих клиентов. А, нет, так отсюда ездить далеко, а типа тут, типа, думают, люди будут ходить. Парк красивый сделали, гольф. Парк денег не принесет, а членство в гольф-клубе принесет. Вон Трамп собирается в гольф-клубе, по-моему, по 200 тысяч долларов в год за членство. Hard Rock отель. И нет парка. Вот Sublimotion, вот эта дверь, слышишь? Вот эта белая дверь, без вывески, это ресторан Sublimotion, в котором стоит обед 26 тысяч евро, вернее ужин. Что ты говоришь, там на 1 тысячу стоит? Нет, не на тысячу. На одного человека, тысяча с чем-то. Тогда две выходит, почти две. Мы тогда ужинали, вышло по две. У них такая сетка. Да, мне здесь нравилось, тот кальян прикольный. И тут девушки красивые танцевали. Вон вертолет, кто-то приземляется. Единственное какое-то животное. Да не, сейчас скажут, ага, вот там он ездит, нарушает карантин. Реально, и сейчас целую операцию нас устроит. Только он один идет, мужик. С водичкой. Ну, сейчас посмотрим. Здесь раньше всегда негров куча. И тетки, и ко мне еще приставали. Вот это Сиси. Асадор. Слушай, тут были. Да, тут просто удобно после того, как все прилетели сюда поехать, что-то перекусить. О, вон это Лизубер. Блин, речь бищ. Который R&B делает. Ну, к нам подходил, тусил в этом, в привлечках, тусили, помнишь? Что-то там подтусовывался. Эх, они все на одно лицо. Туда не поедем. Да. Туда поедем сейчас. Круг почета. Год. Но он еще высокосный. И мне еще папа в начале года говорит, вот будет год плохой. И я такая, что ты врешь? И он оказался прав. Это плохой год считается, когда четные года. Каждые 4 года. Отель Альгард. Меня спрашивали в комментариях в YouTube, что там какая-то Olden Reception. Работает ли она там? Я думаю, она там не работает, потому что тут ничего не работает. Вот видите? Все закрыто. Оли нету. Шторами. Занавес. Так что едем дальше. Кто-то вложился, глянь, сделал себе офис. ibisabestcar.com, глянь. И все, и нет сезона. Глянь, не было же раньше. И вот дом так и не начали строить. Деньги собирали, собирали. Уже у нас там в комиссии построили дома, слышь? А здесь вообще так и не начали. Ой, мой любимый отельчик.
Рено устроил с ужасными завтраками. Нет, ты просто не попал на нормальный, когда тут я жила, было тут классно, а потом вообще поменялось. Блин, нормально. Может быть, это сцена будет? Между двумя этими отелями. Работа кипит. Хоть где там. Что-то кипит. Люди ходят. Немного людей. Затарились в Ибице всякими ништяками. Всем привет с Ибицы, дорогие друзья. Сегодня у нас новый релиз. Это трек Escape from Reality. Смотри, как я его сочинял. Хорошо, мы переходим к базе 1, которая нам позволяет открыть мелкие бизнесы, типа террас ресторанов и баров. Так как у нас есть соответствующая лицензия, то я готовлю вот эту вот нашу террасу. Вот она. Я ее готовлю для того, чтобы открыть завтра. Я думаю, сделаем так. Мы откроем окна в баре, и музыка будет играть изнутри наружу. И так что на террасе будет довольно прикольно звучать. Я уже все проверял, тестировал, перевесил весь ультрафиолет, чуть-чуть изменил декорации. В общем, вам все покажу, когда все доделаю. Увидимся. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Ибица ждет вас.